Здравствуйте, дамы и господа. На улице конец марта, и как видим, зима не хочет отступать, идет снег. Сейчас я поделюсь своим простым решением, как я утеплил ворота. Легко и просто. До этого я много чего не перепробовал, ничего меня не устраивало. Сейчас я покажу, как вот такие щели быстро устранить. Для того, чтобы заделать эти щели на гаражных воротах, нам понадобится пистолет с монтажной пеной и канцелярский нож. Так, вот показываю, как я это сделал. Я щель между воротами заделал пеной. Вот здесь тоже заделал, потом здесь. Короче говоря, прошел по периметру все это дело. Вот так вот это получилось. Потом дал пене застыть, взял канцелярский нож и просто-напросто мы делаем вот так вот. Сейчас у меня уже тут прорезано, ну и по периметру прорезать пену. Вот так получается это плотно, сейчас покажу, как это дело работает. Как видим, все открывается и закрывается. Легко. Так, вот у нас здесь так получается. Все работает прекрасно, можно закрыть также. Так, одной рукой не очень удобно. Вот закрываем. Плотно, щели нету. Примерно покажу, как это здесь работает. Здесь, как видим, была щель. Вот она открывается. Так. Открываем. Закрываем, щели нет. Принцип ясен. Вот. И советую попробовать так сделать. Если не понравится, пену легко удалить тем же канцелярским ножом. Но я вот зиму пропользовался таким вариантом. Мне это очень понравилось, потому что не требует особых затрат и усилий. До этого я сюда пытался и поролон приклеивать. Он что-то и ворота мешает, чтобы закрывались нормально. Короче, не понравилось мне, плохо получается. Вот такой вариант меня больше всего устроил. Со временем пена, конечно, может тут устареть. Она распадается на воздухе, а может и не нормально будет. Но обновить ее раз в два года будет несложно, если что. Так, на этом все. До свидания. Надеюсь, мой совет кому-то поможет.